На сегодня хватит. Успеется. Всем доброго дня, друзья. Да. Немножко надо начинать приходите зимние спячки в норму. То засидели, запыхтелись. Да, еще надо будет, конечно, в стиле обороты нормально сделать. Что-то еще под нагрузкой слабовато натянет. Но вот начало есть как бы. Ну она здесь. Вода прет, будь здоров, и две трубы, и здесь. Но здесь получается как раз где песочная насыпь, ее промыло. Там все хорошо. Вот как тут идет все. Промыло чисто песочную насыпь, где я подсыпал, а саму глину нет. Там все хорошо, ну посмотрим, должно быть все нормально, тьфу-тьфу, конечно. Да и здесь полный потоп. Но это как обычно всегда весной здесь у нас течет. А в этом году еще больше из-за снега. Ну что, друзья, на этом до свидания. Всего хорошего. Будьте все здоровы, не болейте. С вами был Евгений, латгальский старовер. До свидания, удачи еще раз. Встретимся в следующий раз.